Военного реванша. Но это не все. Тут явно поучаствовали американцы. Они буквально осенью поставили на 370 миллионов долларов, в общем-то, летальное оружие, снайперские винтовки и так называемые антиминометные радары, которые их 2 месяца уже используют. Это американское оружие. Да? Мало того, явно идет расчет на длительные боевые действия, полностью подавить и уничтожить, значит, эти две республики. Это в связи с тем, что американцы пообещали часть техники, которая будет переправиться из Афганистана, поставить на Украину, а не оставить, значит, в Афганистане на 1,5 миллиарда долларов. То есть это явно идет с участием американцев, это очевидно. И вот сейчас, значит,